Всем привет, ребята! Сегодня с вами я, опять же, Ксения. И сегодня я снимаю видео, опять же, распаковка Лол. Но сегодня Лолы будут другие. Сегодня я буду открывать шар Лол Пэтс. Вот такой вот шарик. Здесь, также, кто заметил, я сейчас снимаю на другом плане. Напишите в комментариях, как вам нравится такой план. То я буду чаще снимать на этом плане видео. Ну, а мы начнем. Так, вот давайте посмотрим вот шарик. Вот такой вот шарик. Здесь рыженький котенок. Здесь написано LOL Surprise Pets. И здесь также молния с бутылочкой. Здесь будет 7 сюрпризов. Первое – подсказка. Второе – что он умеет делать. Третье – бутылочка. Четвертое – совочек. Пятое – ботиночки. Шестое – аксессуар. И седьмое, конечно, наш питомец. Давайте же начнем с вами открывать. Откроем первый слой. Кто же нам попадется там? Так, и у нас должна быть подсказка. И что? Подсказки нету? Нету? Интересно. Так, я точно нигде ее не пропустила? Нет, нигде. Ну ладно, открываем следующий слой. Так. Тоже ничего? Так. Так, давайте сейчас... У нас, кстати, золотой шарик. Вау! И здесь как раз у нас и подсказка, и... Да, видно, что это подделка. Ну ладно, ничего. Здесь у нас нарисовано платье плюс карамелька. И потом, что умеет делать? Вот. Также инструкция и наш питомец. Давайте сейчас посмотрим. Так. Давайте начнем. Так. Сейчас. Самого начала питомца. Да, питомец, конечно, там попался красивый. Это собачка как раз у нас. Какой год? Напишите в комментариях сейчас. Кстати, кто угадает, какой сейчас год, тому я в следующем видео передам привет. Так, что-то наша собака какая-то недоделана. Ну ладно, давайте пока рассмотрим что-нибудь другое. А здесь, как видим, мы аксессуарчик, это у нас такой шарфик синенький. Потом идет большая бутылочка фиолетового цвета. Потом ботиночки. Одна пара зеленых. Вот. Сейчас покажу вам. Одна пара зеленых. А вторая пара каких-то, я даже не пойму, наверное, коричневых каких-то. Вот. Ну и, конечно же, идет совочек. Это у нас не собачка, кажется. Это у нас котенок. Вот, посмотрите. И еще совочек. Но все равно напишите в комментариях, какой сейчас год. Так. Ну давайте мы нашего печка-то починим. Вау, посмотрите, какой у нас песик. Ой, я все время его песиком буду. Да, лицо у него, конечно, не очень, но он прикольный. Посмотрите, какая красота. Он такой красивый. Это котик. Такая девочка. Давайте... Ой, я забыла шарфик ей даже одеть. Давайте сейчас еще раз. И оденем как раз шарфик ей. Мне кажется, шарфиком ей подойдет. Так. Кстати, кому нравятся такие видео с
Лолами, пишите в комментариях. Я обязательно буду снимать еще больше. В следующем видео я открою, наверное, обычный шар Лол с куколками. Вот. И, наверное, Лол Пэтс. Так. Что ж такое? Почему же она... Очень, если честно, наверное, перепутали головы. Потому, голову, потому что... Что ж такое? Ну вот, видно, что это подделочки. Наверное, целый день буду с этой головой мучиться. Да, также в следующем видео я... Так, подожди. Короче, ладно, понятно, что она уже все. Так, ну давайте посмотрим коллекцию. Какая же у нас здесь коллекция? Вау, какие они милашки. Вообще, ребят, видно, что это подделка, ребят. Здесь должен был входить песочек. Но он здесь не входит. Очень жаль, потому что я надеялась, что там будет песок. Ничего здесь крутого нету, но ладно, у меня все равно дома есть песок, и это ничего, как бы, можно и самой сделать. Ну, главное мне бы починить эту собаку. Ну, я ее всегда собакой называю. Она у меня, знаете, куда пойдет? Кстати, если понюхать, она пахнет не резиной, а очень даже и хорошо. У меня в каждом видео с этими лолами случается какая-то беда. То я не могу ее одеть, лол, девочку. То я не могу голову сунуть. И вот если честно посмотреть, подделки всегда попадают с оторванными головами. Ну, что же за... Ну, если честно, мне все равно нравится. Давайте тогда без шарфика сделаем ее. Давайте без шарфика. Потому что, мне кажется, с шарфиком она просто не одевается. Вот, видите, сейчас оделась уже, потому что мы без шарфика. Ну, такая хорошая, мне кажется, собачка. Так, давайте мы ей оденем сапожки сейчас. Такая милашка. Мне она нравится, ребят. Очень. Так вот. И на задний. Конечно, почему-то у нее ботиночки разные. Вот это меня пугает. Но я, может, ее без ботиночка буду. Вот, но она очень прикольная. Посмотрите, как она выглядит в ботиночках. И также у нее есть... Вот самое, что здесь хорошее, я так увидела, самое вот крутое, что я здесь увидела, это, наверное... Вот это нормальное здесь было. И совок. Потому что все остальное, все видно, что все остальное подделочное. Вот. Вот, кстати, вкладыш. Ну, вообще, это не вкладыш, ребят. Если честно, я скажу, подделок не покупайте, ребят. Чтобы вы не тратили деньги. Вот. Потому что ни вкладыша нету. Два слоя открыли. Ни подсказки, ни такого. Все это было тем более вот в таком пакетике. Меня это очень разочаровало. Я думала, что это будет, меня порадует, этот шарик Лол. Но меня, ну, не порадовало, к сожалению. Но ничего, я же не грущу. Я же еще буду покупать шарики. Вот. Может, я быть не в том месте куплю, а может в другом, и мне там чуть-чуть уже повезет. Также я хочу вам потом показать, наверное, будет отдельное видео на мои все лолы и лол пэтс. Но пока что у меня только лол пэтс 1, а лолы 2. Также один лол у моей сестренки, я вам тоже его обязательно покажу. Если моя сестренка, конечно, даст его. Ну, а с вами была я. Подписывайтесь на мой канал.
Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мое видео, а вам будет приходить уведомление, что на моем канале вышло новое видео. А с вами была я, Ксения. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Пока-пока! Всем пока! Пока-пока!